Где ты? Ку-ку! Ку-ку-ку! Кукарику! Раскуковалась! Короче, моя пропажа нашлась, она завтракает сейчас вместе со мной. Всем привет, друзья! Ну вот, что это за пельмешки? Я не знаю, это какой-то горох, а не пельмени. Я такие пельмени не воспринимаю, конечно, никак. Но за неимением других придется есть этим. Всем приятного аппетита, мои дорогие! Кто сейчас ест, кто сейчас не ест, кто, может быть, только собирается. В любом случае, всем приятного аппетита, хорошего настроения. Вот как-то так. Сегодня хочу объяснить немаловажную деталь моего аккаунта. Для тех, кто, ну, кто действительно не знает, например, да. И для тех, кто знает, но выделывается. Кто ко мне приходит в шортах, без них и уходит. Шортс – это маленький ролик. У кого-то он идет как полноценный. Я выкладываю шортс именно из целого большого длинного видео. Многие не понимают, что какой-то набор слов идет, откуда это берется все. Ой, господи. Я вам объясняю, что еще раз, что это ролик вырезан из длинного видео. Потому что кто переходит через шортс, им длинные видео явно не показывают. По крайней мере, так было. Что показывают только короткие ролики. Хотя, может быть, сейчас что-то изменилось. Не знаю. Поэтому, когда задают вопрос, но это в основном задают неадекваты. Что это вообще такое? В плане того, что набор слов. Непонятно, о чем это я. Вот я объясняю. Кроме коротких видео, есть еще длинные, которые при желании всегда можно посмотреть, если они вам не показываются. Такие пельмени не по мне. Это горячая штучка. Но я хочу сказать, что штучка еще та. Мне не нравится. Господи. Мне нравится гермолина. По-сибирски. Вот там действительно пельмень съешь, так и... А это... Катаешь по тарелке горох какой-то. Не знаешь, ложкой, вилкой удобней. Ну, не спорю, кто-то любит маленькие пельмешки. Вот такой у меня сегодня завтрак. Еще, наверное, бутик с сыром. Слопаю. Бульон там задержался. Давно не ел пельмени с уксусом. Это же тоже очень вкусно. Ну, видите, кто как любит. Кто-то с кетчупом, кто-то со сметаной, кто-то с майонезом. А. Майонез вообще никак. Только в салатах. Или яйцо под майонезом. Ну, что-то вот такого плана. А так люблю сметану. Ну, вот кетчуп Махеев еще ничего так поесть. Ой. Ой. И мои дорогие друзья, если вдруг вам ночью, ну, по каким-то причинам вы решили перед сном посмотреть ленту Ютуба, и вам попалась я, не мучайте себя. Не ленитесь, встаньте, сходите на кухню и сделайте хотя бы маленький бутик. И ваша совесть сразу будет спокойна.
и вы уснете самым крепким сном. Кто работает аккуратней, вы можете проспать. Ну что, мои дорогие, на этом все. Так что всем, как всегда, пламенное пока.